Всем привет, с вами Светлана и Екатерина. И, как, наверное, у многих наши апрельские покупки разделились на до и после, до библионочи и после, или, скорее всего, во время библионочи. Поэтому у нас сегодня часть с теми покупками, которые мы успели купить до библионочи. И, как мне кажется, до библионочи мы успели купить больше, чем в библионочь. Я подтверждаю, покупок у нас больше. Были, да, какие-то... Какая-то скромная библионочь у нас была в этот раз. А этот заказ, если вы видели, у Светы в Инстаграме, там коробочка из лабиринта приезжала. Кто-то психанул и заказал коробку с книжками. Но начнем мы не с покупок, а начнем с небольшого подарочка, который мы недавно получили. Наша подписчица Ирина из Петербурга решила сделать нам подарок. Она написала, что у них в городе есть рок-н-ролл Тома Стоппарда и прислала его мне. Так что у меня теперь есть еще одно издание. А я вот не ждала никакого подарочка, потому что договор-то шел только об рок-н-ролле. Ну и я тоже получила. Это Эрик Эммануэль Шмидт, мечтательница из Остенде. Сборник новелл. Я буду читать, это как раз-таки та тема, которая у Шмидта мне нравится. Я хотела сказать, что Ирина нас не только самих порадовала, она еще и кота порадовала и прислала коту голубую мышку. Вот, кстати, он сейчас за кадром спит как раз на ней. И начинаем мы покупки, как всегда, с комиксов. У меня их в этот раз что-то прям какая-то целая стопка. Не знаю, как так вышло. Вроде бы я столько не покупала. Первое. Наконец-то я купила себе «Королев крыс». Это первый том. Такая юмористическая пародия на фэнтези, где высмеиваются все вот эти вот фэнтезийные штампы, да, и так далее. Здесь четыре героини, все четыре девушки, и она мне безумно... И они, и комикс мне просто безумно нравятся. Они офигенные на самом классные. Деле. И это 18+, там пошлости, алкоголь и вообще это... И все такое прочее. Угу. Дальше покажу два комикса вместе, потому что они связаны одним автором. Это... Как неудивительно, Скотт Снайдер. Это очередной том Бэтмена. Здесь у нас главный герой Джокер. И я, пролистав этот комикс, поняла, что я уже эту историю читала. Не знаю, буду ли перечитывать. Я ее очень хорошо помню. Если перечитывать буду, то лет через 5. И очередной том «Американского вампира» тоже от Скотта Снайдера. Тоже вот смотрю, листаю «Американского вампира». Все жду, когда начнется то, что я не читала. И пока что это почему-то не началось. Почему? Будет очень обидно, если окажется, что я читала его всего, и я его хорошо помню, и перечитывать тоже буду лет через 5. Грусть. Боль, страдания. Да, печаль. Ну, давай все дальше. Твой снова любимый я, персонаж. Да, опять я. Хорошо, еще один Бэтмен. Бэтмен, возвращение темного рыцаря. Вот он. Я люблю Бэтмена. Тоже она его груст, сама печаль, уже покупает. Боль, тоска. Я его покупаю уже сама на автомате. О, очередной Бэтмен, я покупаю. Можно вот это вот, да, от фильма я сниму. Кстати, «Бэтмен против Супермена», тот фильм, который вот... Я очень ругалась на Бена Аффлека, когда узнала, что он будет играть Бэтмена. Но оказалось, что именно Бен Аффлек мне нравится в роли Бэтмена. Да, мы теперь вот наконец-то дождались настоящего Бэтмена на экране. А под обложкой, видите, вот такой черный, красивый, не знаю, видно, там переливается. Но он как всегда шикарный. Как всегда шикарный, да, ну попахивает. Обложка попахивает нехорошо. Попахивает Бэтменом. Попахивает. Не, я надеюсь, что Бэтмен пахнет как-то получше. Ну не будем, да, давайте не будем об ароматах Бэтмена и продолжим комиксы. Еще один комикс, Еще который один комикс, ты читала. Который я читала, тоже читала весь. Это «Отряд самоубийц», последний перезапуск. Не тот, по которому будет фильм, а другой. Фильм будет по-старому, это новый. Я его весь читала, этот лучше, да, мне он безумно нравится. Буду покупать и складывать. И тоже через 5 лет перечитаю. Я с комиксами оказалась гораздо скромнее, в отличие от некоторых. Да, я смотрю, ты у нас вообще такая скромная в последнее время. Два маленьких издания «По ту сторону изгороди», 2 и 3. Я их тоже уже прочитала, они милые. И графический роман от русскоязычного автора. Когда я увидела эту книжку у Али, это, наверное, было зимой, Я была влюблена в эту книжку, и то она ожидалась, то еще что-то. И вот, наконец-то, я ее себе заполучила. Это книга, найденная в кувшинке от Светланы Дорошевой. Эстетическое наслаждение. Я не знаю, я уже в Свете все уши прожужжала. Это ей месть, видимо, за всяких там Бразилий. Она потрясающая. Эта книга, она волшебная. Эта девушка-иллюстратор, она, я не знаю, вот у человека растут руки откуда надо, и вкус есть, и историю она придумала чудесную. Если вы еще не читали, надо обязательно прочитать. Это, наверное, одно из последних моих приобретений, от которых у меня какое-то фанатство, что ли. Аж так.
Ну ты знаешь, ты слышала. Я слышала, я это видела, не будем вдаваться в подробности. Я тогда продолжу детскими книжками. По сравнению с комиксами их совсем немного. У меня это Беатрис Поттер, все о кролике Питере. Если кто-то помнит, недавно в прочитанном я рассказывала повесть о фирме «На холме», где главная героиня как раз-таки Беатрис Поттер. Я помню, Свет. Эти безумные милые истории, которые она писала и рисовала, у меня их нет, это надо было, да, как-то исправлять. Не знаю, мне безумно нравится, как она рисует. Это очень мило. Я обязательно где-нибудь про нее расскажу и покажу. А я в этом месяце отошла от Светиного влияния и не стала покупать детские книжки. А я тебе обещаю, что от моего влияния ты отошла ненадолго. Детские книжки — это заразно. Я уже это и так чувствую. И это очередное переиздание Терри Пратчетта «Творцы заклинаний. Вещи и сестрички». Наконец-то я буду собирать свой любимый цикл про ведьм. И, кстати, «Смерть» переиздают, и я тоже ее буду собирать, хотя у меня «Смерть» есть вот в этом вот, в черном издании. Его, да. Да что вот. Ты так ее? Пока не перечитывала, но руки так и тянутся, а так все сидишь и всю Нобеля читаешь. Да. Давай детские. Следующая детская книжка – это переиздание Филиппа Пулмана «Северное сияние». У меня есть все три книги в старом издании, но я не могла пройти мимо такой красоты. Мне безумно нравится, да, как выглядит книжка без суперобложки. Вот эта вот золотая, очень простая. Естественно. Уже, мне кажется, все видели. Все видели, все показывали, да, но лишний раз будет не лишним. Обложка разворачивается. Обложка превращается в постер, да, с аллитиометром. Не знаю, очень мило, очень красиво. И, кстати, вот недавно анонсировали же, да, еще одна книга будет Филиппа Пулмана, я тоже ее буду ждать, это там «Траля-ля, какие-то сказки», не помню полностью название. И последняя детская книжка, хотя она относительно детская, я ее уже прочитала, это Екатерина Соболь, «Дарители». Фэнтези с абсолютно классическим фэнтезийным сюжетом. Обязательно про нее расскажу. Да, она мне тоже про него уши уже прожужжала. Про него, про это. Ну, главный герой парень же, правильно? Парень. Да, значит, про него. Следующие книги к нам пришли от издательства «Азбук». Это новинки, которые мы у них выбрали. И не только которые мы у них выбрали. Ну, это все лежит пока у Светы. Я была девушкой скромной, я наконец-то взяла «Дафну дю Марье», «Синие линзы» и другие рассказы. Честно скажу, повелась на эту, я обожаю эту картину с Лилит. Я давно уже слышу про «Дафну дю Марье», как она потрясающе пишет, и думаю, ну почему-то я ее не читала. Вот надеюсь, что мне понравится, потому что ее же вот вообще издают сейчас в премиуме, я хочу ее собрать. И тогда получается по Катиным словам, что я девушка нескромная, потому что у издательства «Азбука» я выбрала две книжки. Но одна из этих книг, она как бы одна на двоих, потому что Катя тоже большая. Ну знаешь, ты себе книги эти покупала, и они у тебя стоят. Да, они стоят у меня, поэтому эта книга тоже достанется мне. Так вот, с нетерпением мы ждали третью часть о приключениях, злоключениях Корморана Страйка, это Роберт Гелбрейт. Это мужчина-медведь. Зла. Отличное описание, мужчина-медведь. И тогда я как бы совершенно логично перехожу к следующей книге. К медведям. Это Ричард Адамс и его Шардик. Это фэнтези с очень продуманным миром. Сравнивают его, да, с «Властелином колец». Очень давно я хотела его почитать, потому что первый раз Шардик мне встретился у Стивена Кинга. Он назвал так одного медведя. Вот тогда я, наверное, и теперь этот медведь из «Темной башни» пришел в другой роман. Нет, это он к Стивену Кингу пришел из этого романа. В общем, очень ждала, буду читать. И да, как и говорила Людмила Личи, да, здесь есть карта, а карта – это нечто. Я, кстати, это уже святое. Это святое, да. Я уже, кстати, его читаю, буду рассказывать скоро. И следующие две книги, которые мы уже не выбирали, но нам их все равно прислали. И вы их, кстати, видели почти у всех. Почти. Rainbow Rowell. Фанатка, которую все ждали, а мы вообще не знаем, кто это и что это. И Сесилия Ахерн, «Клеймо». Эту книжку я уже прочитала. И вас ждет. Я вам про нее буря эмоций. Но дай-ка мне, я хотела еще кое-что сказать про Сесилию Ахерн. Вы знаете, что меня лично смущает? Космору рекомендует. Космору это «Клеймо», кстати. Перейдем к блоку азиатской литературы. В этот раз только я отличилась. У меня поэт с очень тяжелой судьбой, который, мне кажется, он впервые на русском выходит. Это кореец Юн Дон Джу. «Небо, ветер, звезда и поэзия». Я еще ее не читала, я только пролистала. И
Есть здесь стихотворение, которое мог написать только азиат, про помочиться на крыльце и прочее. Если вы не знаете, азиаты очень спокойно относятся к обсуждению вот этих вот всех низменных проявлений, которых так стесняются люди европейские. Я потом обязательно про него расскажу подробнее, потому что у автора действительно очень трагичная биография. Очень непростая. И дальше. Продолжу я. Этого автора я показывала, по-моему, в прошлом месяце. Лю Джинь Юнь и роман «Мобильник». Я до этого показывала «Янь Пань Цзинь Лянь». Сатирический роман. Я его прочитала в апреле. Он мне безумно понравился. И я успела уже сразу же купить второй. Но «Мобильник» прочитала уже я. Да, ну у кого вот лежит этот месяц роман, тот и успел прочитать. Не знаю, мне очень понравилось, и я вот на «Мобильник» тоже возлагаю надежды. Лишь бы мне кто-то сильно не проспорил. И еще... Проспойлерил. Ой, да. И еще одна книга от китайского автора, на этот раз это писательница. Это Шэн Кэй, «Сестрички с севера». Автор молодой. Практически она однокодка, кстати, Чон Унён, вот начало 70-х. Ну, Чон Унён у нас кореянка, это я так. «Сестрички севера» рассказывают о двух подругах, которые из провинции приезжают в большой город, ожидая, что вот что-то их там будет ждать волшебное, достойные мужчины, всякая интереснота. Но все в итоге окажется не так. А как окажется, я узнаю из этого романа. Ну, вот, кстати, большой. После Лю Джинь Юня меня прям таки повело читать китайскую литературу современную. Mm-hmm. Потому что для меня неожиданно мой стереотип какой-то к китайской литературе вот Лю Джинь Юнь снял. Это хорошо. Я тогда покажу две книжки, обе они фэнтези. Это переиздание «Вальтер Мойерс. Город мечтающих книг». Все об этой книге уже слышали. Я когда прочитаю, расскажу, потому что я ее до сих пор не читала. Она как-то вот, когда выходила первый раз, она прошла мимо меня. И вторая книга – это Блейк Чарлтон «Чарослов». Я ее тоже уже прочитала и расскажу вам про нее в прочитанном. Мне надо придумать лицо, чтобы я показывала, как вот... Она меня достала с этой книжкой. Это еще мне безумно понравилось. Не знаю, это из тех фэнтези, которые хочется вот читать и перечитывать. Я вам покажу свой нонфикшн. Он у меня, наверное, один на двоих. Это книжка, которую я тоже давно хотела. Издательство НЛО «Сибирь в составе Российской империи». Это вот у них серия какая-то историческая. Вот, я прям не хочется ее трогать. Но вот именно эту книгу мне хотелось почитать. Хотелось мне узнать чего-нибудь такого интересного про Сибирь. Чего ты еще не знаешь? Ну, я не могу сказать, что я много чего знаю. Тем более, будет приятно увидеть много знакомых названий. Вот. И следующая книга – это все благодаря книге «Абсент», про которую я уже рассказывала. Меня очень сильно повело на биографию одного художника. Даже после «Сакрибле» Кристофера Мура мне так не хотелось почитать что-то про него. «Абсент» был последней каплей. Это жизнь Тулуз-Лотрека, его биография. Это очень странный человек был, дебошир, пьяница, художник, ростом 150 сантиметров. Кстати, в фильме «Мулен Руж», да? Угу. Вот там есть этот персонаж, Тулуз-Лотрек. Я не смотрела этот фильм из-за него. Я смотрела. Но тогда я не думала о Тулуз-Лотреке. А смотрела я этот фильм из-за Эвана Макгрегора. Тогда я перехожу к своим... Что за лирические отступления? ...своим фантастическим книгам. Я говорила в прошлых покупках, что я хочу... Вернее, что я не хочу, а что я уже заказала себе Питера Уотса, его «Ложную слепоту». Вот эта вот серия «Звезды научной фантастики» очень сильно меня вдохновил Йен Макдональд и его «Бразилия». Простите, Екатерина Евгеньевна, в очередной раз. Да ладно? Я у Питера Уотса, я почему его не стала покупать? Это была первая книга, которая вышла, да, в серии «Звезды научной фантастики». Я читала у него трилогию «Рифтеры», и у меня она как-то не очень хорошо пошла, но про «Ложную слепоту» уже, я не знаю, столько положительных отзывов. Да, хочешь дать ему шанс? Да, не могла я уже оставить это просто так. Следующая фантастическая книга, это опять-таки переиздание, это «Эрнест Клайн. Первому игроку приготовиться». В первом издании она тоже прошла мимо меня, а про нее я тоже слышала много хорошего. Буду читать. И последняя фантастическая книга у меня, это Роберт Хайнлайн «Туннель в небе», так сказать, один из прародителей, да, «Голодных игр». Хайнлайна я захотела почитать по одной простой причине. Когда мы выбирали книгу для трансляции «Семь сортов Сартра», в которой мы сейчас временно не можем участвовать, к большому нашему сожалению, то Владимир на выбор предлагал три книги. Там был
Хайнлайн. И я поняла, что, наверное, лет 10 я уже в руки его не брала, а я его очень люблю, и надо что-то перечитать. Вот поэтому вот совершенно случайным образом взяла перечитать эту книжку. Забыла я показать еще одну нонфикшн книгу. Она у меня такая большая, что я ее вообще держу отдельно. Кто видел Светину фотографию с коробочкой из лабиринта, там кто-то у тебя спрашивал, что да это... все заинтересовались, что это такое. Это кирпич. И как-то на Аске у нас спрашивали, как вы относитесь к творчеству Энди Уорхола? Знаете, как я к нему отношусь? Вот так. Это дневники Энди Уорхола с 1976 по 1987 год. Шикарное издание. Вот тут, кстати, есть вставочка, вот она желтенькая, с фотографиями. Еще будучи студенткой, я читала книгу Энди Уорхола «Философия так Б». Я вам ее покажу, я ее купила в «Библию ночь». Вот тут спойлер следующего видео. Мне она понравилась, но почему-то я решила, что порадую. Вот психанула. Да. Мы с коробкой реально психанули, я психанула и купила вот этот талмуд. Не знаю, Энди Уорхол мне нравится, есть у него хорошие дельные мысли в его текстах. Надеюсь, что и тут они будут. Следующие две книжки я купила уже здесь у нас на книжном развале. Одну из них я читала и взяла просто, чтобы она у меня была, потому что читала в электронке. Это Жан-Пьер Милованов «Орелин» про девушку и «Языческий алтарь» я у него читала и тоже про нее прочитала, каком-то рассказывала. Это всего лишь вот две книжки, которые переведены у нас на русский язык вот этого автора. Очень жаль, потому что мне понравилось, как он пишет. И еще одна книжка, Деннис Лехейн. Я ничего у него не читала, но слышала много положительных отзывов. Mm-hmm. Ну и да, там «Остров проклятых», да, и так далее. «Глоток перед битвой», вроде это его дебютный роман, ну посмотрим. Следующие книжки у меня все от одного автора, от русской писательницы Маруси Климовой. Я решила купить все, что сейчас было в наличии. Это «Белокурые бестии». Абсолютно логично, издали третью книгу трилогии. Без переиздания первых двух. Да, причем первые две их вообще нигде не достать. Они выходили в начале 2000-х. И в электронном виде я нашла только вторую часть трилогии. Логика у нас, как всегда, вот шикарное издательство. И следующие две книги ее же. Это «Моя антиистория русской литературы» и «Растоптанные цветы зла». Вообще, Маруся Климова меня очень сильно заинтересовала, когда я прочитала «Селина» в начале года. Шикарное чтение на новогодние праздники. Это «Смерть кредит». Она переводчик Селина, и она продвигает у нас творчество Селина в России. И женщина, вот я думаю, как я мимо нее проходила раньше, и вот я решила все у нее купить. И, кстати, что мне еще не нравится? Все та же одна серия «Времена» выпустила и вот это, и вот это. Я понимаю, что это не художка, а это художка, но как бы логично, что Маруся Климова будет стоять вместе. Вот как бы маленькая и большая. Вот, кстати, ты затронула тему Селина. Я вот ведь хочу с ним познакомиться, и я все жду, когда же у нас путешествие-то издадут. Вроде обещали вот-вот, и так до сих пор и нет. Угу. Вообще, так, кстати, да. В серии «Времена» уже, по-моему, давненько ничего нового не выходило. Еленок была последняя, вот недавно. Но она опять-таки тоже совершенно формате. Отлично от всего оформления серии. Да, и, кстати, о Еленок. Две книжечки, которые я в лабиринте взяла вот этой подарочной программе, в которой, кажется, все выбрано, но иногда да, находится что-то очень еще. Очень жаль, что они не меняют эту подарочную программку. Я подарочный взяла, набор книг. Да, сборник пьес «Посох, палка и палач». И отдельно здесь книжечка, здесь одна пьеса «Гора мертвецов». Я их уже прочитала, я тоже вам про них расскажу. И, в принципе, я у Елены готова читать все, даже пьесы. Аллилуйя, хочет сказать Екатерина Евгеньевна. А мои последние все книги, это будут подарочные книжки с лабиринта. Вот опять-таки вот из этой программки. Я была более, кстати, наглой, чем Света, и взяла больше, но Света мне разрешила, потому что у меня был заказ меньше, все логично. При этом по стоимости он у нее был выше из-за Энди Уорхола, если что. Кто набрал много комиксов, Света? Я. Да, вот и все. Бэтмен, мой любимый персонаж, ну ладно. Я уже в каких-то покупках тоже показывала подарок из лабиринта, что я взяла книжку Энтони Бёрджесса «Мистер Эндерби снаружи». И я говорила, что я не очень люблю Бёрджесса, потому что «Заводной апельсин» мне не слишком нравится. Я очень люблю фильм, и фильм лучше для меня книги. Поэтому та-та! Еще одна железная логика. Да, 5 книг Энтони Бёрджесса я решила дать ему. Сколько? Вот с той книжкой будет 6 шансов. Это «Мистер Эндерби изнутри», «Мед для медведей», «МФ», «Восточные постели» и «Время тигра».
Самое главное, что они все в одном оформлении, теперь прям вот я как будто фанат Бёрджеса. Ну, может быть, он не так и плох будет, как «Заводным апельсином» у меня не удалось. И последняя книга, опять-таки тоже вот эта подарочная из «Лабиринта», это мексиканский писатель Альберто Руис Санчес «Тайные сады Магадора». Надеюсь, я правильно это сказала. Кстати, это азбука премиум, но что-то тут с обложкой, вот прям-таки она какая-то вся кривая, суперобложка. Обещают тут чувственное повествование. «Тысяча и одна ночь» для взрослых. Очень надеюсь, что это действительно так. Тем более, ну, мексиканец. Не знаю. И последняя моя книга, которую я почему-то, когда вот там книжки показывала, вы же видите, да, что мы как бы сериями показываем. Я ее куда-то в сторону отложила. Это «Аппетит». Нам здесь обещают нечто похожее на «Парфюмера», потому что главный герой здесь чувствует вкус. И причем вкус чувствует он не только еды, но и окружающих предметов. Я бы сейчас поела. Да ты поела в любое время. Что-то такое изысканное, вот как тут написано, литературно-гастрономическая стихия в этой книге. Угу. Хочу почитать. Надеюсь, действительно литературно-гастрономическая стихия здесь будет. И тут, по-моему, даже 15 век, вот время действия. Надеюсь, что действительно 15 век. Для меня это важно. Кстати, хотела я сказать, все, что сравнивают с «Парфюмером», и все, что написано после Зюськинда, вот про таких же товарищей, которые что-то там чувствуют или наоборот не чувствуют, как правило, оказывается еще хуже, чем «Парфюмер». И не могу я сказать, что все, что написано на основе «Парфюмера», не очень хорошее. Я вообще сама не очень, да, прониклась самим «Парфюмером». Ты его поздно просто читала. Возможно, а вот Эндрю Миллер «Чистота», которая тоже основана на «Парфюмере», там главного героя, по-моему, тоже зовут Жан-Батист, мне очень понравилось. Вот на этой лирической ноте мы закончим первую часть покупок. Да, следующий... пишите нам обязательно. Вы в апреле терпеливо ждали библионочи и отрывались только в библионочи, или вот тоже психанули и купили все раньше библионочи. И на этом тогда мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока. Строители высыпали щебень. Я сейчас очень хорошо слышала. Котики, проходите по всем ссылочкам, подписывайтесь, будьте котиками и не болейте, как я.